тебя так колени дрожат. Весь отель трясет. Сейчас крыша рухнет. Мои колени? Да. Дрожишь, как осиновый лист. Я же говорил, ненавижу свадьбы. Дурацкая затея. Зачем я на это согласился? От этого еще никто не умирал. Надеюсь. Как ты, Сиси? Да, все хорошо, не волнуйся. Волнуюсь. Снова идет кровь. Не привлекай внимания. Ладно. Куда делась эта чертовка Джина? Не паникуй, сейчас придет. Не понимаю, чего мы ждем? Прости, дорогая, Джина еще нет. Ждем еще 3 минуты и начинаем. Сиси, я хочу сказать, что понимаю весь ужас ситуации. И прошу прощения за Марчелло. Сложно его винить, ведь это я стал причиной его состояния. Не стоит винить во всем только себя. Я эгоист. Нет, Сиси, это не так. Ты борец. Ты всегда защищал свою семью. Никто не вправе тебя осуждать. Ты так считаешь? Я уверена в этом. Для меня много значит то, что ты на моей стороне. И слава богу, Келли не пострадала. Да. Не будем заставлять ждать. Садись. Хорошо. Что-то горит. Не подходите! Дайте взять огнетушитель. Держи его! Назад! Назад! Что? Ничего. По-моему, это решающий момент нашей сделки. Самое время передать мне контроль над трастовым фондом Брэндона. Ничего более идиотского я еще не делала. Догадываюсь. Мой отец хороший любовник. Что? Бестактный вопрос, не правда ли? Вот именно. Не отвечай, я и так знаю. Думаю, в постели он ужасен. С чего ты это взял? Он страшный эгоист. Для него главное самому получить удовольствие. Может, хватит говорить об отце? Я понимаю твое нетерпение. Ручка не пишет. К счастью, в пиджаке есть еще одна. Никуда не уходи. Ладно. Что это ты делаешь? А как ты думаешь? Идешь на карнавал? Что, тебе не нравится платье? Это же бежевое, да? Да, бежевое. Это прекрасное платье, но ты надела его наизнанку. О, нет. Стыд какой. Давай, я помогу. Ничего страшного, никто не пострадал. Только моя душа. Как застегнуть? Не знаю. Все, поняла. Я заглянула в твой шкаф. Никогда не видела столько красоты. Спасибо. И спасибо, что ты рылась там в последний раз. Я заглянула, а не рылась. Знаю я твою заглянула. Признайся, ты всегда мне завидовала. Ну, немного, но это естественно. У тебя всегда всего было больше. Конечно, ты ведь была старше. Собственно говоря, как сейчас. Я училась, а ты давно была замужем. Не сядь на сэндвич. Да, вот так. А знаешь... Что? Я и забыла, что у меня есть сестра. Столько лет прошло. Я ушла с головы в учебу, получила юридическое образование. А юристам запрещено иметь братьев и сестер? Как мило. Если хочешь быстро преуспеть, да. У тебя всегда были амбиции. Я была популярной, а ты ботаником.
Ну, так, наверное, во всех семьях. Популярная получила Лайнела, а ботаник — диплом юриста. Кстати, о юристах. Ты знаешь, что Стэнфилд Ли, ну, помнишь Джека, открыл офис в Санта-Барбаре? Нет, не знаю. Представь себе, мы виделись пару раз. Сначала обедали, а потом ужинали. Веселый был вечер. Надо же. Как-нибудь расскажу. Надо бы ему позвонить и встретиться снова. Я потешу свое самолюбие, а Лайнел поймет, что мужчины хотят видеть меня. Даже если я их не вижу. Два человека не могут взять и испариться. Уоллес и Перкинс должны быть найдены. Мы прочесываем Лос-Анджелес, Сан-Диего, всю Южную Калифорнию и даже Аризону с Невадой. Мать и сестра Эми ничего не знают. Он ее похитил, я уверен. Склонен согласиться. И он слишком много знает. Надо действовать. Не найдем Эми, весь план рухнет. Мы должны быть рядом. Что, если ребенок уже родился? Тогда все пропало. Мы делаем все, что можем. Беспрерывно. Да ни черта вы не делаете! Что вы узнали о Джулии, сестре Августа Локридж? Я ведь просил! И здесь прокол! Мне нужна информация, как можно скорее! Может, теперь вы согласитесь поговорить о Джулии? Расскажите нам о ней. Нет? Какая жалость, мистер Ли. Я люблю тебя. И я тебя. Возлюбленные, мы собрались здесь, пред лицом Господа, в присутствии ваших родных и друзей, чтобы сочетать узами брака двух любящих людей, Иден Тайлер Кэпфелл и Круза Кастильо. Это твое второе имя? Сама в шоке. Если кто-либо знает причину, по которой эти двое не могут вступить в законный брак, говорите сейчас или никогда. Кажется, это мой последний шанс. И мой. Хотите что-то сказать? Нет, преподобный, продолжайте. Да, если можно поскорее. Это тоже не пишет. В этом номере хоть что-то работает? Не смешно. А я и не шучу. Мы ведь хотим подписать этот документ или нет? Что это? Ты о чем? Ты похожа на Пинчера. Запах дыма. Это не я. Я горю, а не тлею. Ты чувствуешь? Моя дорогая, если честно, на данном этапе переговоров плевать я... Если это чья-то шутка, то она не удалась. Есть ли для двух душ что-то большее, чем чувство, что они соединены навеки, чтобы поддерживать друг друга во всяком труде, успокаивать во всяком горе, опираться друг на друга во всех тяготах, быть вместе? Ибо брак — это таинство, установленное Богом. Вступление в брак должно быть сознательным, но не легкомысленным, или... Ты понимаешь, о чем этот парень толкует? В здании пожар. Надо уходить. Почему ты так уверен? Обычно пожарная сигнализация в отелях срабатывает при пожаре. О, нет! Ты была права, дым. Мейсон, что делать? Выбираться через пожарный выход. Там пожар, бегите! Иди скорее, давай!
Иди за мной. Что с тобой? Я подвернула ногу. Браво. 33 несчастья. Жди здесь. Придется возвращаться. Не бросай меня! Я и не думал. Идем. Я не хочу здесь умереть. Я что ли хочу? Давай, заходи. Больно. Будет еще больнее, если останемся в коридоре. Мы на 7-м этаже. На помощь! Помогите! Не надо драть глотку. Если даже услышат, мы высоко. Мне надо к Брэндону в больницу. Он там в порядке. А вот мы в беде. Давай помогай. Как помочь? Дай мне ведро. Зачем? Намочим одеяло. Быстрее, Джина. Давай. Что это? Надеюсь, пожарные. Брак не просто союз двух людей. Прежде всего, это союз двух душ. Нет других отношений, которые бы так возвысили мужчину и женщину. Знаешь, прошлой ночью мне не спалось. Я лежала и пыталась представить, какая ты теперь. Скажи мне, ты сбросила вес? Не особенно. Во всяком случае, не настолько, чтобы ты потеряла сон. Очень жаль. Ну, конечно, для этого нужна сила воли, но тебе стоит этим заняться. Забавно. Ты говоришь, как мама. Как у тебя с кожей? По-прежнему проблемная? Сдается мне, ты хочешь спросить, превратился ли этот гадкий утенок в прекрасного лебедя? Я бы не ставила вопрос так, но все же... Превратился? Нет, я совсем не похорошела и не могу соперничать с тобой. Ну, ты была всегда такая бледненькая, тебе просто нужен более активный макияж. Нет уж, ты оставайся главной красоткой семьи, а я все же буду мозгом. Титул «Безмозглый» меня не очень устраивает. У меня и с этим все в порядке. Когда я поправлюсь, дам тебе несколько уроков красоты, ну и наладим твою личную жизнь. С ней так все хорошо, спасибо. Дорогая, не вставай на дыбы, я же хочу как лучше. У нас с тобой разное представление о лучшем. Для тебя это полный шкаф и кредитка, а для меня нет. Да, родители по-разному относились к нашему воспитанию. Ладно, жить тебе я не вмешиваюсь. И хорошо. А окажи мне услугу. Смотря какую. Позвони Джеку Ли и передай мне трубку. Нет, я не буду. Почему? Потому что доктор сказал, что ты должна справляться сама и сама набирать номер. Джулия, ну это идиотизм. Я даже номера не помню. Хорошо, я это сделаю. Где номер? В записной книжке ищи по фамилии. Слава богу, что не по имени. Все не так плохо. Скажи, что ты от меня, а то решат, что ты моя секретарша. Могу я поговорить с Джеком Ли? А кто спрашивает? Я звоню от Августа Локридж. Августа Локридж? Мистер Ли сейчас занят. Оставьте свой номер. Нет, я отвечу. Августа, какой приятный сюрприз! Это не Августа, это ее сестра, Джулия. Прошу прощения, здравствуйте. Ждите. Привет, Джек. Августа, прости, что не позвонил, был загружен работой. Охотно прощу, если ты меня навестишь. Мы с Джулией как раз сидим, мечтаем, вот бы Джек заглянул бы к нам на огонек. Боюсь, момент не совсем подходящий. О, не огорчай меня, скажи, что ты придешь хотя бы ненадолго. Ну хорошо, ждите меня примерно через полчаса. Прекрасно, будем рады. До встречи. Пока. Зачем вам к ней ехать? Она может помочь нам найти Брика Уоллеса. Не исключено, что ей что-то известно. Уоллес у нее работает. Но там же Джулия. А я рискну. Заодно и узнаю ее поближе. Джулия, ты должна мне помочь. Надо найти сногсшибательное платье.
И надеть наизнанку? За это я тебя и люблю. У тебя отличное чувство юмора. Идем поищем что-нибудь убийственно прекрасное. Нет, пожалуйста, не надо. Умоляю, я расскажу вам все. Это другой разговор. Зачем создавать себе лишние трудности? Глупо, правда? Никому это не нужно. Вставай, рассказывай про Джулию. Кто она? Мы познакомились, когда она пришла ко мне работать юристом. Нет, про ваши шашни рассказывай. Мы нравились друг другу. Почему она набросилась на вас в ресторане? Не на меня, на моего двойника. Хватит! Прошу, перестаньте! Умоляю, дайте воды! Я не могу больше говорить! Держи. Джулия, забудь ты об этих сережках. Иди ко мне. О, нет. Если ты хочешь меня поднять, то вот он я. Да что с тобой? Я помню, как было сделано это фото. Какое? О, Августа. Так вот, чем ты был занят? Нет. С моей сестрой. Ничего между нами не было, я тебя уверяю. Хорош. Нам нужна правда. Прямо сейчас. Мы были любовниками. Но Джулия узнала, что я встречался с ее сестрой. Августа не подозревала. Джулия была вне себя. В ярости она швырнула в меня стакан, но, к счастью, промахнулась. Остался только небольшой шрам. Согласен ли ты, Крус, взять Иден в законные жены, заботиться и защищать в болезни и здравии, в достатке и бедности? Марчелло! В отеле пожар! Так вот, в чем причина ее злости. Да, просто дьяволица. Знаю, женщины любят подонков. Что ж, вы молодцы. Дальше я сам разберусь. Спасибо. Отличная работа. Не дергайся. У тебя встреча не с королем Сиама, это всего лишь адвокат. Если ты подложишь мне свинью и нарисуешь усы, я этого тебе не прощу. Неплохая мысль, но я так и быть сделаю из тебя красотку. Сделаешь? Прости, прости, я хотела сказать еще большую красотку. Так-то лучше. Джулия, я как школьница на первом свидании. Однако у вас третье, если я правильно поняла. Слепую первое. У тебя хоть такое есть. Мне кажется, или ты завидуешь? Признаюсь, да, я завидую. Одинокой, несчастной леди во тьме. Началось, я так и знала. Что? Начинаешь спекулировать на своем недуге. Одинокая леди во тьме, я тебя умоляю.
Из любого несчастья надо уметь извлечь выгоду. Окажешь еще услугу? Нет. Брось. Ну, конечно, окажешь. Я хочу, чтобы ты сходила к Лайонелу, нанеси визит и поведай, как я тут живу. Манипулировать? И расскажи ему про Джека Ли. Нет, я отказываюсь. Это просто блажь, да и надеть мне нечего. Не выпендривайся. Лайонела в этом смысле ты не интересуешь. Дорогая, наведайся к нему в магазин матрасов. Просто поговори, скажи, как тебя возмущает то, как я кокетничаю с Джеком. Ненавижу все эти твои штучки. Это что, так весело вызывать у людей приступы ревности? По-моему, Августа, это разрушительно. Прекрати свои проповеди. Взбесить Лайонела — это одно удовольствие. Ты этим всю жизнь занимаешься? Он меня игнорирует. Я не заслужила такого отношения. Ты же сама запретила ему приходить? А он не очень-то и настаивал. Если он решил, что так легко от меня избавиться, я покажу ему, что он теряет. Хорошо. Но мне это не нравится. Подожди, еще рано. Теперь я твой посредник, иду выполнять план. Я хочу, чтобы ты осталась до прихода Джека. Но ты должна с ним встретиться. Меня не интересует твоя новая жертва. Заинтересует, когда увидишь... Давай. Давай, Джулия. Вычисли. Вспомни. Вспомни шрам на моем плече. Ты его оставила. Подумай. У него не может быть точно такого же шрама. Слышишь, Джулия? Прошу тебя! Прошу! Эдвард, мне лестны ваши слова, но мое решение не связано с вашей фирмой. Дело во мне. Я поняла, что мне нравится в Санта-Барбаре. Нет, Феникс, конечно, прекрасен, и вы платите мне хорошие деньги. Но здесь живет моя сестра, а я как-то потеряла связь с семьей. Я бы осталась. Вы просто чудо. Нет, я еще никуда не устроилась, но обещаю, вы узнаете первым. Да, сэр. Хорошо. Большое спасибо. До связи. Всего хорошего. Ты остаешься? Уоррен, я тебя не заметила. Я не шпионил, я случайно. Да, знаю я. Я услышал что-то лишнее? Нет. На самом деле, я не собираюсь здесь быть приживалкой. Я и не думал об этом. Если уж на то пошло, я и сам здесь не живу. Твоя мама разрешила мне пока остановиться у вас. И это здорово. Но я надеюсь поскорее найти квартиру. У меня пагубная склонность к независимости. Я знаю. Знаешь? Августа разболтала. Нет, но я примерно такой тебя и представлял. По-моему, все женщины-юристы пагубно независимы. И откуда в тебе такой изощренный мужской шовинизм? Папочка привил. Изощренный? Именно. Я могу и похлеще. Попробуй, и получишь сдачу. Джулия, в тебе есть какая-то загадка. Правда? Ну, не самое плохое качество для женщины. Прости. И ты очень красива. Странно для женщины-юриста, правда? Да уж. А как же Сандра Де О'Коннор? Она член Верховного суда, могла бы стать мисс Америкой. Хорошо, женщины-юристы симпатичные, но уж очень жесткие. Жесткие? Что, прямо берут и едят мужчин на завтрак? Ну, почти. Еще мы колючие и своенравные. Ты же понимаешь, что я шучу. Да уж, конечно, поняла. Нам бы стоило получше узнать друг друга, все-таки родственники. Согласен. Отлично, я готова ответить на любые вопросы. Спрашивай давай. У меня нет вопросов. Ни одного? Боишься, что ответы будут слишком занудными? Нет, просто мне как-то немного неловко. Ой, я так и поверила. Давай спрашивай. Ладно. Итак,
Почему ты не замужем? Сейчас вытащу нож из сердца. Ну вот. Знаешь, этой главы нет в моей книге. А теперь любимый адвокатский прием. Почему вы не женаты, Уоррен? Мы погибнем. Не сгорим, так задохнемся в дыму. Что будет с Брэндоном? Наверное, Бог решил меня покарать за все грехи и за всю мою ложь. Кроме тебя, в этой ловушке еще уйма людей. В ловушке? Значит, это все? Джина, давай без истерик. Но мне страшно. Мне тоже, но зачем усугублять? Я знаю, это божья кара. Клянусь, если я выживу, не солгу больше ни разу. Как ты могла солгать про беременность? А мне все врали про Брэндона. Даже Сиси. Особенно Сиси. Свадьба Идан уже, наверное, началась. Мы выберемся отсюда, а потом поднимемся наверх. Огонь идет снизу. Я не пойду. Ты видел, что там? Надо попытаться. Нет. Джина, у нас нет выбора. Что ты делаешь? Надо завернуться в одеяло. Я не пойду в коридор. Мы умрем. Нам нельзя оставаться в номере. Я точно ухожу. Нет, я... А что... Да пойми ты, будем сидеть здесь, точно погибнем. А если поднимемся, у нас хотя бы будет шанс. Ладно, в моей жизни было столько всего. И это переживем, правда? Вот это верно. Просто я очень боюсь сгореть. Я с тобой. Завернись и как можно больше закрой лицо. Хорошо, я готова. Правда, лодыжка очень болит. Потерпи. Я тебя не брошу. Держись за меня. Задержи дыхание. Старайся не дышать. Поняла. Молодец. Готова? Да. Хорошо. Выходим. Но ты ведь все-таки постарше меня. Я так стара? Я не об этом. Но слегка необычно, что... Что старуха не замужем? Нет, что женщина твоего положения не замужем. Моего положения? Я люблю мужчин. Я заметил. Исключая твоего отца. Тебе же лучше. Это единственное, в чем я согласна с Августой. А другие мужчины? Мы с Августой... Бегали на свидание. Она-то с этим завязала, даже несмотря на то, что уже не с Лайонелом. Понятно. Но вообще, у нас были битвы за мужчины не раз. Поэтому у вас такие натянутые отношения? Сложно сказать. Августа так не считает. Но ты считаешь. Какой любопытный. Понятно, что все не так просто, раз ты не была замужем никогда. Но я и не гоняюсь за мужиками. В этом тебя никто, и даже я не заподозрит. Правда в том, что я сложный человек. Мужчинам со мной непросто. С мамой тоже непросто. Ты чертовски прав. Вам обеим нужны сильные мужчины. Папа такой. Да. Вынуждена признать, что он идеально ей подходит. Августа этого не понимает. Так скажи ей. Ты взрослый мальчик, давай-ка сам. Твоя мать все равно поступит так, как захочет. А мужчины, за которых вы бились, они были сильные? Да, вполне. И кто побеждал? Ты или мама? Мы обе в проигрыше. Ну, все, племянничек, допрос окончен? Почти. Будем считать, что да. Теперь моя очередь. Посиди с тетей. Ладно. Хочу знать, почему ты не женат? В наши дни быть холостяком не так уж плохо. Брак — это вообще какая-то пугающая штука. Не убедил. Не думаю, что тебя так легко испугать. Была девушка. Я бы взял ее в жены. Ну, давай лучше об этом не будем. Все в прошлом? Да. Да. И никаких надежд? Никаких. И больше никого на примете?
Нет. Я люблю бесперспективные отношения. Ты тоже. Видимо, нам это досталось по наследству. Но зато от меня тебе красоты перепало. Хорошо придумала? Да. Кажется, надышался дымом. Надо вызвать скорую. Прошу тишины, тише, послушайте, тихо. Где-то на нижних этажах отеля возник пожар. Точное место неизвестно. Телефон и лифт не работают, не надо паниковать. Мы просто сидим здесь и ждем пожарных. Они уже едут? Тише. Пожарная бригада скоро будет здесь. Самое главное — сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь здесь. Мы делаем все, что можем. Круз, где начался пожар? Охранник сказал, что вроде бы в подвале, а потом связь прервалась. Значит, огонь поднимается наверх по всем этажам? Почему сигнализация не сработала? Я пока ничего не знаю. Круз, чем мы можем помочь? Я был на пожарных учениях. Лучше всего, если вы будете здесь и сможете успокоить людей. Давай к нему. Осторожней. Возможно, Джина застряла на одном из этажей. Я уверена, все в порядке, успокойся. Тогда где она? Не знаю. Круз, постарайся не рисковать, будь осторожен. Детка, я не собираюсь рисковать, пока мы не поженимся. Думаешь, есть еще шанс? Да, все будет хорошо. Пожарные работают, уверяю тебя. Надо просто набраться терпения. Но ведь будет дым, и тогда... Иден, да, ситуация непростая, но причин для паники нет. Не бойся, я скоро вернусь. Ник, предчувствия меня не обманули. Да, к сожалению. Как ты? Порядок. Люблю огонь, люблю высоту. Получу сразу все удовольствия. Надеюсь, выберемся. Все будет хорошо, я уверена. Ну да. Приближаются вертолеты. Мне надо выйти на крышу, проверить, все ли готово. Круз, не надо. Иден, детка, не паникуй. Я должен контролировать процесс. Я боюсь, я с тобой. Нет, ты остаешься. Я скоро вернусь. Иден, стой! Нет! Перекур. Отдышусь. Ты не сможешь больше меня нести. Давай я сама. Уже пробовали, не вышло. Тем более не забывай, ты беременна. Хватит, я не беременна. Да, точно. Я тороплю события. Ты, наверное, права. Все по нашим грехам. Должна была быть грандиозная свадьба, а теперь мы в западне. Не говори так. Печально осознавать. Еще столько всего нужно сделать. Давай двигаться. Давай. Но на руках я тебя не донесу. Придется забраться на спину. Еще чего? Что, не слишком грациозно? Вот именно. Думаешь, кто-то будет смотреть, царственно появится миссис Кэпфелл или нет? Забирайся, нет времени. Готова? Да. Идем. Это Джек. Откроешь? Я открою и уйду. Ты увидишь его и захочешь остаться. Не бойся. Входите, мистер Ли. Я Джулия, сестра Августы. Рад знакомству. Думаю, я заслужил этот стакан. Ты не получил даже половины того, что заслуживаешь. Августа! Как я рад снова тебя видеть. Боюсь, я тебя увидеть не смогу. Временные проблемы со зрением. Спасибо, что пришел. Мне так жаль. Августа, я ухожу. Рада была познакомиться, мистер Ли. Надеюсь, до встречи. Вряд ли. Я не знаю, сколько еще буду в городе. Августа, я помню про твою просьбу. Спасибо, дорогая. Джек? Садись. Благодарю. Проблемы со зрением надолго? Сказали, что ориентировочно через 8 недель все нормализуется. Неприятно. Ты здесь не одна?
Джулия приехала из Аризоны, Лейкин, горничная, все в порядке. А еще Брик Уоллес? Он ведь у тебя работает? Брика сейчас нет. Представь, водитель потребовал оплачиваемый отпуск. Не знаю, куда катится этот мир. Нашел время отдыхать. Куда он уехал? Не знаю, он мне не сообщил. Я не хочу говорить о Брике. Выгляжу, наверное, сейчас, стыдно сказать. Как никогда прекрасно. Твоими бы устами. Мою самооценку теперь постоянно надо повышать. Ладно, оставим это. Расскажи о себе. Чем ты занимаешься? Ерунда. С тех пор, как из тюрьмы вышел, сплошная офисная рутина. Как бы я хотела отвлечь тебя от серых будней. Августа, то, что я здесь, лучшее лекарство. Как ты красиво говоришь. Это не просто слова. Мне ответить? Если не сложно. Конечно. Резиденция Локриджей. Джек, это я. У меня есть новости. Минуту. Прости, это меня с работы. Я оставил им твой номер, ты не против? Конечно, конечно, поговори. Спасибо. Да, я слушаю тебя. Мы нашли Брика. Вот как? В цирке. Бродячий цирк. Сейчас он в городе Чико, в Калифорнии. Паркер, отличные новости. Наконец вы меня порадовали. И, конечно, если Брик Уоллес там, значит, Эми Перкинс где-то неподалеку. Опусти! Опусти меня! Мы почти пришли. Я знаю, опускай! В чем дело? Что мы всем скажем? Как объясним, почему мы пришли вместе? Скажем, что были в номере и пытались сделать тебе ребенка. Ты же сказала, что больше ни разу не соврешь. Перестань! Я скажу, что после больницы пришла в отель. И мы с тобой встретились в холле. Еще до того, как начался пожар. Меня устраивает. А еще добавим, как я спасал тебя и нес через огонь. Заодно окажусь героем. Тоже неплохо. Ты невозможен. Я жутко непредсказуемый. И надеюсь таким и остаться. Поэтому вперед. Вперед. Бог мой, Джина! Она в порядке? Да, нам очень повезло. Что случилось? Я шла к лифту, чтобы подняться. Да, в холле. И он застрял между этажами. Я помог ей выбраться, и мы поднялись сюда. Я тут с ума сходил. Что с ногой? Споткнулась, выходя из лифта. Сиси так испугалась. Мы не можем спуститься по лестнице. Боюсь, что нет. Похоже, огонь идет с нижних этажей. Сейчас он поднялся уже до шестого. То есть мы в ловушке? Нет, Крус найдет способ нас спасти. Не волнуйся, мама, мы справимся. Мейсон, я благодарен, что ты спас Джину. К вашим услугам. Я в бар. Крус! Что ты выяснил? Очень ветрено. Вертолеты не могут спуститься. Попытаюсь связаться с пилотом. Вызывает инспектор Кастильо. Вы меня слышите? Слышим вас, прием. Рад вас слышать. У нас здесь ресторан переполнен испуганными людьми. Мы на верхнем этаже. Наш единственный шанс — это вы. Мы постараемся. Ветер, конечно, мешает. Огонь распространяется быстро. Но мы заберем вас по одному. Тише, тише. Дайте знать, когда нам подниматься. Приготовлю снаряжение и к вам. Давайте, мы ждем. Слушайте меня. Через несколько минут мы идем на крышу. Вертолет будет забирать нас по одному. Ник, все хорошо, нас заберут. Да, кажется, мы спасены. Нужно лишь подождать. Крус, у нас не так много времени. Они сделают все, что в их силах. Но подниматься всем по очереди – это не быстро. Значит, всех спасти не успеют? На русский язык фильм озвучивали Маргарита Давыдова, Роза Липшиц, Ольга Маркина, Наталья Томилина, Сергей Фадеев, Максим Федоров и Сергей Эрик. Озвучено собственными руками в 2018 году.